Я, между прочим, все свои музыкальные пальцы на ногах отморозила. И вас тоже, ребят! Умоляю, дорогой, не подскажешь, где кафе Чадра? Никто не знает, а меня Нино ждет. А, может, Чарка? О, точно! Это вон, через дорогу и направо. Спасибо, дорогой. Нино, я уже бегу. Авторская работа. Один экземпляр на всю Москву. Ну что, берете? Берем, а то мы точно уже никуда не успеем. Но ведь подарок должен быть особенный. Как я вас понимаю? Слушайте, да она этих особенных знаете, сколько ему уже надарила? О! Вот это твоему Данилу больше всего подойдет. Ритка, перестань. Отличный выбор. Таких мне надо еще поискать. Видишь? Хорошо, Пашки возьмем. Завернуть? Да. И мне? Слава Богу. Привет. С наступающим. Давайте за удачу. В новом году. В новом году, да. Нет, ну нормально, пьет и без нас. Опа! Мне наливать. Почему это не наливать? Так потому это. Поставьте, слишком любит. Захочешь Матильда выиграть? Держи. Когда я слушаю игру Алены, я чувствую себя нимфой. Собака бубуинилась нам все туда же. Нимфа и нимфа. Что ты бубуинил? Ну, давайте. 100 грамм, 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 100 грамм,
Наступающим Новым Годом! А где все остальные? Это ты про Данилова? Ну а про кого же еще? Привет. Что, опять сплетничаете? Олег, что ж ты так думал? Ну так получилось, отойдем на минутку. Ага. Как скажешь. Ой, Вика. Всем привет. Что она здесь? А кто-нибудь угостит даму шампанским? Так, пойдем. Если хотим успеть на площадь, то пора двигать. Пойдем, пойдем. Алён, догоняй! Хорошо! Знаешь, я долго думал и понял... Сейчас, подожди, пожалуйста. Вот это тебе подарок. Нам лучше расстаться. На Новый год.
Извини. Ой, Олежек, держи меня. А то так скользко на каблуках. Папа. Эй! А есть кто-нибудь? Не справляются электростанции. Все сидят дома у телевизоров. А вас кто-нибудь дома ждет? Меня ждут друзья. Вам нужен подарок? Мне нужен телефон. И только? Поскольку вы у нас сегодня последний клиент, точно. Я хочу вам предложить подарок, помимо телефона, тариф вашей мечты. Интересно. И о чем же я мечтаю? Я думаю, как и все, о любви. Мы с Пашкой расстались еще в прошлом году, так что желаю счастья. Слазь, пилот! Да, сейчас звонит Вадим. Все, звонок пошел. Давай. Ну, куда ты что? С Новым годом! Здравствуйте! Я вас поздравляю и счастья вам желаю! Звони, не отлынивай! И от меня привет, ботаник! Смотри, ты что-то выронил?
О, да. Кстати, сувенир из Австрии. Дарю. На счастье. Alles Gute. Да говорю же, я вас не знаю, и вы меня тоже не знаете. Да не знаком я с вашей женой. Кто? Вася, вы как? Кто? Ты дед какой-то. Алло, Олег. С Новым годом! Вы меня не знаете, я вас тоже не знаю. Просто звоню поздравить вас с Новым годом. Она плачет. Я же говорил, не надо звонить. Не первый, не последний, кто из-за него плачет. Вас кто-то обидел? Ну, так получилось. Давайте я угадаю. К вам, наверное, пришел пьяный Дед Мороз и забрал у вас все подарки. Ну, шампанское хотя бы есть у вас? Есть. Так срочно, срочно открывайте и пейте. До дна? Ну, хотя бы надо пить. Андрей, ну, давай быстрее, нам же идти пора. Лилия, время. Давайте выпьем за то, чтобы у вас все наладилось, и вы никогда больше не встречали Новый год одна. Вот. Спасибо. А можно я вам завтра еще позвоню? Сейчас, сейчас. Зачем? Чтобы еще раз услышать ваш голос. Меня, кстати, Андрей зовут. Алена. Я позвоню. Я обязательно позвоню. Твои родители вернулись или еще? Тогда. Слушай, дрыхла, что ли? А я еще не ложилась. Кстати, я просто умираю с голоду. Ты меня извини, но мне очень нужно в холодильник. О, прошлогодние салатики. Обожаю. Представляешь, а Данила вчера... Так не надо. А что не надо? Что не надо? А портить праздник людям надо? На чужом реквиеме своего Мендельсона не сыграешь. Кстати, Пашка с Максом чуть не наваляли твоему Даниилу. Он теперь не мой. Короче, он и Вика быстренько сменяли. Да. Привет. Это Андрей. Что с настроением? Уже лучше. А как насчет покататься на лыжах? Да, Пашка. Нет, это Андрей. Он мне вчера позвонил, и мы познакомились. Нельзя, мне пальцы беречь надо. На ногах? Нет, на руках. Я скрипачка. Настоящая? Ну, не иди. А то. И в ноты смотришь? Иногда. Представляю, как вешаются твои соседи. Ах, ты... Так, держи, держи, держи! Ах ты, ну вот, вот хватит пить, давай, накидай. А соседей уже не осталось, они все поубрасывались в окна. Дочь моя, на твоей совести страшный грех, но ты можешь искупить его, встретившись со мной на катке. А не слишком ли сурово наказание? Хорошо. Все, договорились. До встречи. Недолго мучилась старушка. Я думала, она в коме. Пришла в изголовье посидеть, а тут... Рассказывай. Ну, а что рассказывать? Я его не знаю. Он мне позвонил и сказал, что случайно набрал номер. Во, врет. А ты? А я ответила. Ёлки-моёлки. А он? Зовет на свидание. А ты? А он уже... коньки гладит. Свидание вслепую. Слушай, а вдруг она страшная, как... Так не надо грязных фантазий. Я знаю, она прекрасна. О, с чего ты взял? Ну, во-первых, она скрипачка. А во-вторых, у нее прелестный голос. То есть, если бы она играла на контрабасе, то у нее были бы усы и голос, как у Зенита. Возможно. Ты знаешь... А по-моему, неплохо. А по-моему, ужасно. Во-первых, эти штуковины придуманы специально для тех, у кого кривые ноги. Ну, кого намекаешь? А во-вторых, мы уже 20 минут ждем твоего ухажера. А вдруг он здесь? Просто стесняется подойти. Договорился со мной,
А понравилась ты? Ну, само собой. Мамочка. Алло. Да. Привет, ты где? Я на катке. Я тоже. Да, в красном свитере, как и договаривались. А почему я тебя не вижу? А я как раз подъезжаю к ёлке. А я тот, кто... Я тот, кто распластался на льду. Видишь? Здесь половина таких. Зато я единственная, кто отлично смотрится на фоне этих синих шаров. А почему ты молчишь? Я, походу, каток перепутала. Я тут все ноги погнула, а мы не на том катке. Ой, прости. Да. Слушай, давай пошлем друг другу фотки в МС. Ну, чтобы было проще. А то придется мне охотиться за каждым красным. Нет, мой номер не определяется. Диктую. Ага. Да, сейчас. Я и записала. Хорошо, давай, пока. Он просит мое фото. Классненько. С ума сошла. Смотри, какие у меня синяки под глазами. Так, спокойно. Сейчас я тебя сниму покрасивший. Давай страстно. Давай. Я говорю страстно. Давай, новости. Вызов. А теперь покорно. Не, фу, покорно не надо. Вот. Не отправляется. Слушай, да не парься ты. Потом отправишь. Давай его помучим, а? Да, вообще, знаешь, как всегда. Ритка. Чего? Он мне свою фотографию прислал. Слушай, везет же людям, а? А вдруг это не он? Нет, это он. Давай сюда. Спроси, нет ли мне случайно брата-близнеца? Я бы себе взяла. Судя по грустной физиономии, она не пришла. Да в том-то и дело, что пришла. Что, страшно? Я не знаю. Ты что, не можешь понять, страшно или нет? Мы не встретились, пришли на разные катки. В голове мои опилки, не беда. А также сопелки, кряхтелки и вопилки. А по-моему, это вообще не повод для беспокойства. О, пригласи ты его куда-нибудь. Посидите, поговорите. А я на вас со стороны посмотрю. Завидую чужому счастью. Номер набран неправильно. Пожалуйста, будьте внимательны при наборе. А может, это и к лучшему. А вдруг у нее вот такие глаза, вот такой нос, вот такие губы, которыми захочет тебя поцеловать. Тогда исполнится мои самые завидные фантазии. О, поздравляю, Казанова. Да. Не выдержал, голубчик. Жар любви его спалил. Да. Я предлагаю выполнить программу минимум. Молю еще об одной встрече. Согласна. Только место должно быть такое, чтобы дама ничего не перепутала. И чтобы идти недалеко. И чтобы было романтично. Андрюх, а может, на тебя просто динамит? А? Да перестань ты. С Новым годом! Ты герой запасного варианта. Да, кот? А? Да. Переключись-ка на кого-нибудь реального. Во, подходящий мужик. Андрюх, ты что, хочешь на мужика запасть? Совсем оголодал уже. Готично, пышки. Ну, здесь перепутать невозможно. А меня сразу узнаешь. Я тот, у кого на носу сосулька. Ой, я уже вижу сквер. За поворотом остановите, пожалуйста. Смотри. Да. Вот это я. А это вот мой заснеженный друг. Вина. А это тебе. Прости, я без цветов, но... А он и памятник. Но, надеюсь, тебя это не сильно расстроит. Если хочешь, можем, конечно, поискать вместе подснежники, если не замерзнем. Ты знаешь, еще чуть-чуть, и я околею. Андрей, я здесь. Но я ничего не понимаю. Чего ты не понимаешь? Можно я задам глупый вопрос? Какой сейчас год? 2009. Это что, шутка? Сейчас 2008.
что он тебя слегка... держится. За не очень умную девочку. Да. Не знаю. Вот, смотрите. А это вот... Ну да. Мой заснеженный друг. Рина. А на самом деле памятник выглядит вот так. О, ну не знаю, не знаю. А по-моему, все это достаточно убедительно. Дорожку отставим. А пусть он еще как-нибудь доказательство представит. Например, результат футбольных матчей или там, ну эти, как это, лошадиные бега. Слушай, ты не говори ты глупости. А что, Пашка прав? Пусть назовет результаты забега. А если мы выиграем, что было бы неплохо. Значит, он наверняка в гости из будущего. Во! Алиса, Мелофон. Алиса, я ничего не сказал. Дураки! В отличие от вас, у него хотя бы лицо умное. Вот-вот. Слушайте. А если это не его лицо? Вдруг это инопланетянин, который похитил чужое тело? А? Такое возможно. Теоретически такое, конечно, возможно. Но если отбросить все лишнее и рассмотреть время как функцию, то... Он сейчас разговаривает, а? С тобой, глупышка. Вадь, давай не как функцию, ну или как функцию лайт. Для людей попроще. Вадим Алексеевич, я это сбегаю до магазина за лапшой. Хорошо. Попроще? Как пространственно-временную петлю. Как мы себе представляем время? Через прошлое, настоящее и в будущее. Умница, дочка. Дочка. Но есть и другая теория, что первое, второе и третье существуют одномоментно. Видите? Все рядом. А если представить время в виде спирали, то мы находимся здесь, а она ниже, в прошлом. Угу. Допустим, есть такое место, где два этих витка тесно соприкасаются. Первый раз вы с ней соединились в новогоднюю ночь, так? Ровно в 12, когда была смена лет. Динь-динь-динь. Старый год закончился, новый еще не наступил. Такая точка ноль у тебя и у нее. Витки соприкоснулись. Бац! Что-то замкнуло. И стал возможен энергетический обмен. Параллельные прямые пересеклись. Угу. То есть нет, не пересеклись, а наладили между собой связь. Через эфир. На витки никогда не соединятся. Ты будешь на своем, а она на своем. Алло. Привет, что делаешь? Сплю. Не рановато? А для звонков не поздновато? Ну, я подумал, может, встретимся. Могу заехать. Зачем? Поговорить. Ты дома? Нет. Что значит нет? То и значит. Ой, хотела вернуться, а ты отказалась? Держите меня, Семен. Слушай, значит, у Вики точно новый роман. Обломилась котика сметана. Видно, что на этого котика год жизни потратила. Добрый день. Андрей звонил? Нет. Побыстрее, пожалуйста, побыстрее. Весело, задорно, с огоньком в глазах. А не как в прошлый раз. Никто не помирает. С третьей цифры начали! Ну, давай уже прекратим лутиться. Ты хотел меня позлить, получилось. Я был неправ. Раскаиваюсь и приглашаю тебя в ресторан. Любой. Какой выберешь? Поздно. Это во-первых. А во-вторых, я уже не одна. Ты что делаешь, окаянная? Ты с ума сошел? Да, сошел. Когда пришел на Новый год с этой дурой. Да на себя-то посмотри. Ты все равно, она по мне страдает. Милиция по тебе страдает. Ну и тоска. Андрюш, ты срочно. Презентация нашего нового оборудования. Нужно перевести к следующей неделе. Я воль. Ты представляешь, стоит куда-нибудь уехать на год, все растащит. Ты так не забыл, что сегодня мы празднуем мой день рождения? Нет. Мне хотелось бы получить в подарок что-нибудь особенное.
Маш, зачем? Вадим тебя любит. Вот и будьте с ним счастливы. Что никогда больше тебя не услышу. У меня же нет ни фамилии твоей, ни адреса. Я даже несколько раз звонила тебе, но тетенька с телефона сказала, к сожалению, вы не можете позвонить в будущее. Да, и СМС тоже не можете отправить. Конечно, оно же еще не настало. Слушай, а давай сходим в кафе? Я сейчас. Сейчас? Поздно. Наоборот, здорово. Отлично. У меня есть на примете одно очень уютное местечко. Уже уходишь? Извини, мне пора. Она лучше, чем я? Она другая. Как-то все это странно. Расскажи мне такой Ритка, я бы ей в жизни не поверила. Общаться с человеком из будущего. Ну, зачем столько драматизма? Можно пойти и завтра просто встретиться. Мы же не на разных планетах. Ты со мной там, а я с тобой здесь? Угу. Ну, страшновато. Представляешь, я приду к тебе завтра и скажу, здравствуй, я познакомилась с тобой в будущем. Ну, куда ты меня пошлешь? Ну, ты не сможешь ко мне прийти. Я весь прошлый год провел в Австрии. Заядлый лыжник? Переводчик. У нашей фирмы там грандиозный строительный проект, и я работал с утра до вечера, как папа Карло. Но если ты не против, я могу прийти к тебе. Ну, скажем, завтра. Завтра какое? 9-е. Если в ежедневнике напишу и подчеркну. Весь день ждать Андрея. Значит, я сейчас в твоем времени сижу дома, вся на нервах, смотрю на календарь и мучаюсь. Вдруг я тебе не понравлюсь? Конечно, понравишься. Вот и проверим. Я оставлю тебе привет из прошлого. Под подоконником. Я надеюсь, что в этом кафе не очень добросовестный персонал, и они не очень старательно убирают. Тогда они и бокалы плохо моют. Ну нет, на бокалы это не распространяется. Уже можно? Уже год как можно. Все в порядке? Да, спасибо. Запонку обронил. А кому счет донесла? Или в стихах? Понимаете, нужно объяснить, почему меня не было целый год. Тогда знаете что, молодой человек? Вы прикорите к цветам вот... Нет. Вот такой бриллиант, и она...
она все поймет. Тогда, боюсь, меня не будет еще лет 15-20 с конфискацией. А вот я бы вас дождалась. Отлично! Привет. Это я, Андрей. Это тебе... Нет. Это тебе. Ну что ты так переживаешь, а? Вы сегодня встретитесь, и все будет отлично. Ага, будет. Во-первых, я буду уже старая. Да. На целый год, тетю. Но потом самое обидное, что он придет не ко мне, а кто из будущего? Подожди, ты что, ревнуешь Андрея к себе? Ну... О, да ты просто кадры психиатра. Ну ей-то хорошо, а мне вон еще целый год ждать. Да. Вниз. Автобус, может быть, еще не ушел. Какой автобус? На кладбище. Сегодня 9 дней. А у Алены кто-то умер? Аленочка. Завтра какое? Ей сказала? Боишься? Кс. Ну что? Бензовоз врезался в автобус. Алена еще 40 человек. О чем мы паримся? Надо позвонить и сказать ей, чтобы она просто не приходила на это место, и все. Кот, ты гений. Остальные как? Ну, а что остальные? Остальным тоже можно узнать адреса, телефоны. Подсказать Алене, чтобы она им позвонила, да? Нет. Мы не должны. Мы не должны никого спасать. Никого, кроме Алены. Должно все остаться так, как есть. Все. А если наше вмешательство к еще большим жертвам приведет? Что значит «если»? Пойми, что все эти люди, они не случайно сошлись в этой точке. Зачем-то ведь вот это было нужно! Ну а что, если я не случайно позвонил именно ей? Да. Может быть, я должен был это изменить? Среди нас мессия, Кот. Слушай, давай без сарказма. Хорошо, давай посмотрим на это с другой стороны. А что, если среди этих 40 был какой-нибудь, скажем, маньяк или террорист, который должен был погибнуть? Ну остальные здесь при чем? Да не при чем! Андрюх! Кот, ну поговори ты с ним, я. Нет, ну это свинство. Да. Он же знает, что я мучаюсь. Неужели трудно позвонить, а? Слушай, а я бы на тебя тоже столько денег тратить не стала. Дуреха. Вот. Рибашка вчера приходит и говорит: мадмуазель. Я говорю, какая Thank you.
просто хотел сказать, что нужно все рассчитать. Звони. Нужно собрать больше информации. Андрюх, связь может прерваться в любой момент. Можешь просто не успеть ее предупредить. Звони. Ну и бог с ним. Нам ведь и здесь хорошо, правда? А то. Прокатимся? Желаете с ветерком? Да. Хорошо. Сейчас мы вам устроим ветерочек. Неужели о нас вспомнили, а? И что теперь? Ничего. Мы же уже решили, что в новогоднюю ночь тебя там не будет. Поэтому перестань себя накручивать. Получается, у меня есть будущее, а у кого-то нет? Встреча Нового года обернулась страшной трагедией. На одной из улиц Москвы столкнулись бензовоз, автобус и легковой автомобиль. Ушедший год надолго запомнится не радостным перезвоном курантов, а воем сирен скорой помощи и пожарных расчетов. За 15 минут до Нового года среди оживленного уличного движения прогремел взрыв. Автобус, следовавший городским маршрутом, врезался... Это то, что удалось достать на телеке. А вот что выяснилось потом. Эксперты утверждают, что виновником аварии стал Виталий Баринов. 63-го года рождения. В крови обнаружено большое содержание алкоголя. 41 человек. Кому кофе? А мне чур с коньячком. Опять? А что, жалко, да? Для друга жалко. Андрюх, ты был? Для друга, который в интернете перерыл все, что можно было только перерыть. Не жалел своего здоровья, сил. Ты его меньше на порно-сайтах тратил. Ты что? Самая полезная информация. Ну что? Ты что? Юмористы! Между прочим, именно там я и нашел. Съемки гаишных камер. Я не сомневался в этом. А человек кофе? Бегу. Спасибо. Андрюх, ну ты вообще не заказывал. Так, давай, не гласи. Ханжал бесина. Да на. Спасибо. Глядите, демоны. О, о какая! Ну, подумаешь, голый идет. Молодец. Смотрите. Видите, вылетает на встречку. Водитель бензовоза начинает тормозить, его зад заносит, тут автобус и... Душить таких надо. Я, кстати, ехал по тому же маршруту, только раньше. Что делает, а? Чуть-чуть, и я бы здесь с вами не стоял. Ну-с, с чего начнем? Так, нужно прояснить списки всех погибших. Адреса, телефоны. А кто сидел за рулем и кто подъехал позже. Да, и кто выписывал маршрутные листы. А, собираем информацию, и я все это пересылаю Алене на телефон. Есть что? Главное, чтобы она с испугу не начала действовать раньше времени. В смысле? Боюсь, как только она попытается что-то исправить, все начнет изменяться. Связь может прерваться или еще фиг знает что. Андрюх, контакт налажен между двумя конкретными витками, вот этими. А после вмешательства это уже будет иная реальность. Понятно? Идиоты. Ты хочешь сказать, что я должна просто сидеть, ждать и ничего не делать? Между прочим, это меня там намотает на колесо. Алён, ну что ты... Послушай, пожалуйста, я предлагаю всего лишь подождать. Это позволит нам собрать больше точной информации. Сейчас очень много неизвестных. Я не хочу тебя потерять еще раз. Пойми, я сейчас хотя бы одного человека из тех, кто погиб, направить по новой траектории, все изменится. Я уже не смогу до тебя дозвониться и сказать... Привет, как твои дела? Зато я смогу. Дождусь Нового года, подойду к тебе и скажу... Подожди. А что я тебе скажу? Ведь тот, кто будет на площади, он еще не знает меня. А я тебе пришлю видеообращение. Отсюда, из будущего. Мне пока что все поймут. Что поймешь? Пойму, что ты для меня. Алло. Разойдите. Алло, Андрей. Я тебя не слышу, алло. Извините. Как я уже и говорил, русские ничем не отличаются от нас. Видите, он просит помощи у духа воды. Ты веришь? Я словно барс.
рискуя жизнью, прыгаю за телефоном. Вокруг толпа туристов, и они как начали мне аплодировать, кричать: «Андрюха, ты лучший!» Хотя, наверное, они меня приняли за сумасшедшего. Ну, конечно. А ты посмотри на себя. Гуляешь один по городу и глупо улыбаешься. Тогда предлагаю поехать в Европу. Вот там люди живут, как им удобно. И никто не переживает, что о нем подумают окружающие. Ну, а почему бы и нет? Всегда хотелось побывать на родине Моцарта. Ты знаешь, я видел его дом. Обычный, желтый. 4 этажа, наверху 2 окошка. Хотя меня больше впечатлили жареные каштаны, которые я купил напротив. Ну, кому что? Ты сначала попробуй, а потом говори. А вдруг ты после этого скажешь, что ты думал, я думал. Как одна большая лужа, ты скажи, что я нужна. Поплывем по тишинке, такая тишина. Смеяться, но я стала бояться автобусов. Опять 25. Алён, да перестань ты об этом думать все время. Не могу. Нормально, смотри, так я смотрю на людей и понимаю, что для кого-то из них это последняя весна. А они об этом даже не догадываются. Тимми, капельки не страшно. Смотри. Оп. Так не честно. Уснула, что ли? Извините. Ты играешь времена года, и надо думать о вечном. И нужно сказать себе: я ручеек, я ежик, я... Что, смешно кому-то очень стало, да? Играть надо, как в последний раз. Сергей, вот ты понимаешь, что такое в последний раз? Ни хрена ты не понимаешь. Это, кстати, касается всех. Значит так, или вы хорошо работаете, или я вам устраиваю музыкальный террор. Начали. Подумать только, как же у вас здесь мило. Так заходите чаще. Обязательно. Боюсь, успею надоесть. Ай, ловлю вас на слове. Ну, служба зовет. Большое вам спасибо за помощь. До свидания. Проводи. Не ушиблись? Андрюх, просто так отдать все материалы дела, даже я не знал, насколько ты мне коварна. Поцелуй. Еще узнаешь, Мил? Ну, давайте меня хвалите и рассказывайте, что? Какая умница и молодец. В восторге, лавры, цветы после. Сейчас главное подробности аварии. Вот она, людская неблагодарность. Я ему достала дело со всеми фотографиями, фамилиями, адресами, а он комплимент подмотил. Маша, прости. Я давно хотел тебе сказать, но наконец решился. Ты самая умная умница и самая красивущая красавица. Это факт. Факт, Мари. Балда. Да, я все получила. Как раз сбрасываю в клуб. Там все, что удалось найти. Списки контактов, опрос свидетелей и план действий. Каким мы себе его представляем? Вижу, отлично. Спасибо. Тогда переходим к поздравительной программе. С днем рождения. Откуда ты знаешь? Знаю, и все. Ну что, как настроение? Наверное, устроишь сегодня большой сейшн? Если честно, вообще ничего не хочется устраивать. Извините, алло. Да.
Андрей, не ты, Тихо, ты как? Пью с друзьями водку. Вот и хорошо. Только не кури. Судя по крикам, сидишь одна в финальном зале. Так и есть. А это библиотека Шабуяни. С ними всегда так. Они книг начитаются, а потом не успокоятся. А мне кажется, ты грустная. Что-то случилось? Да. Не обращай внимания. Просто хотела устроить веселый праздник, а такой дождь зарядил. Не переживай. Я вот помню один свой день рождения. Давно, в лагере. Мне девочка из 7-го отряда подарила калейдоскоп. А я его потерял в тот же день. До сих пор стыдно. Так странно. У меня ощущение, что ты рядом. Протяну руку и коснусь. Мне будет не хватать твоих звонков. Что за упаднические настроения? Ну, ты же всегда говорил. Как только мы начнем изменять будущее... Изменится и существующая реальность. И однажды ты не сможешь дозвониться. Опять страдаешь одна? Ну почему одна? Ой-ой-ой-ой, скажите, пожалуйста, очередной сеанс связи? Первый-первый, я второй. Андрей, привет! Мерси. Рита, тебе тоже привет? Спасибо! Это сообщение... Я отправляю на тот случай, если наша связь прервется, и ты останешься в своем времени, а я здесь, в своем. Но мне плевать, что между нами целый год. И я знаю, мы встретимся. Ален! 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 Ну ты с нами! Да, извини. То есть получается, что недостаточно кухни, только этого? Нет. Все вместе они составляют критическую массу, и каждый из них носитель угрозы. Значит, если мы исключим Баринова, автобус с бензовозом все равно столкнутся. Но только другим способом. Карма. Чего? Ну, это не я придумала, это Андрей так считает. Не, я так не играю. Значит, придется мочить всех. Глаз невинного дитяти. Значит так, я беру на себя Баринова, да. Ольга, да. Автобус, Макс, ты бензовоз. Да, бензовоз я могу. Прикинусь дурочкой. Да? А что тебе прикидываешь? Спокойно обезврежу и бензовоз, и водителя. Мама, представляю. Девушка! Девушка! Вы не подскажете, как проехать на Сыктывкар? Конечно! Сейчас только карту достану. А может, сначала чайку? Вам сахаром? С лимоном, если можно. А может, ну его, этот Сыктывкар? Да и правда. Оставайтесь здесь, со мной. Ха-ха, три раза. Напрасно хмыкаешь. Кстати, идея с чаем не такая уж и плохая. Такой чисто теоретически на приманку клюнуть может, да? Да. Слушайте, а может поменять накладные или как его, маршрутный лист? Да куда уж. По-моему, проще вырыть громадную траншею посреди дороги, чем разобраться во всей этой бухгалтерии. Ну ладно, это пока отложим. Теперь, что касается машины. А если поехать нам в этот поселок, ну... Северный. Да, и найти там этого... Барина, смысл? Ну, представьте, приезжайте, вот такие раскрасивые. Ток-ток-ток. Кто там? А дома никого нет. А вот там вот не она? Находите его жену и говорите. Здравствуйте, а где Виталий? А его здесь нет. А вам зачем? Бла-бла-бла-бла. Ага, понятно. Где же мы еще быть? Он своей любимой шашлычной. Гад. Обнаруживайте его и внедряйтесь в коллектив. Нет. И он вас даже начинает уважать, как настоящих мужиков. О, мужик мужика и пиздлика. И вы ему намекаете, мол, неплохо бы 31 декабря за руль в нетрезвом виде не садиться. Мужики, пьяным за руль? Никогда. Короче, девчонки, план нереальный. Нет, а что ты предлагаешь? Да. Ждать зимы. И ехать к нему перед самым Новым годом. И там ловить. Остается автобус 20-го маршрута. Ну, это как раз меньше из зол. Thank you.
Слушай, пацан, а давай еще фейерверк устроим, а то мне сейчас на маршрут выходить, а я уже Вообще-то тут вопрос жизни и смерти решается. Мало то, что у нас времени в обрез, так еще понабрали одних дилетантов. Но есть и хорошая новость. Андрей прислал мне фото из модных журналов. Да? Да. В следующем году в моде красный и бордо. Ух ты, мне эти цвета очень идут. Девчонки! Рита! Что Рита? Мне лично нравится. Это сообщение я отправляю на тот случай, если наша связь прервется, и ты останешься в своем времени, а я здесь, в своем. Но мне плевать, что между нами целый год. Я знаю, мы встретимся. Мы тут посовещались и решили, что тебе необходима помощь этих двух горе-героев. Это Вадим. Привет, ну, я тут самый умный, ты вообще как умным-то? Ну да, а это крашеное чудовище, это кот. Прошу. Между прочим, я стопроцентный герой-любовник, это была моя идея. В отличие от него, мы в твое время находимся в Москве. Алён, самое главное, прости, но помогать тебе будем только мы с Вадькой. У Андрюхи дикие проблемы в Австрии, но он сам потом приедет и все тебе расскажет. Мы и так думали, это короче, он сможет приехать только к Новому году. Но ты не переживай, мы с Эйнштейном тебе поможем. Так, ну-ка не приставайте к моей девушке. Это в теории, практически, она еще не твоя девушка, хоть ты любимая. Это был секрет. Четвертый раз смотрю эту запись и не могу понять, это что, точно мы, что ли? Да вы, это вы. Ну вот, тот, что справа, точно такой же идет, как ты. Прическа дурацкая. А мне нравится. Если ты мне не веришь... Написывай номер, Бэй. Короче, ты, ну не ты, а ты, что там, в будущем. В общем, ты тот. Считаю, что важны все три элемента. И автобус, и бензовоз, и машина. Потому что каждый из них несет в себе отрицательный заряд. Фу, ну, я согласен. Ну, с тем, с коллегой. Ну, в общем, нам нужна ваша помощь. Легко. Давайте. Не, ну, надо все взвесить. Не, ну, конечно, поможем. Ну, я же говорю, поможем. Значит, поможем. Подождите. Опа. Алён. Чё тебе, Данилов? А я еду, смотрю, вы идете. Увидел? Иди. Да, Саша, пиши. Я хотел спросить, это правда? Что именно? Что вы аварию собираетесь предотвращать? Мы? Хрупкие девушки. Ха-ха, три раза. Я сказанул. Может, вам помощь нужна? Может, и нужна. Задела, задержит, спокойно не умел он. И тогда решил выкупить наш пар. Сосер работает. Предлагал хозяйке две цены, он намекал, и что король верзил, он говорил, что не понравился наш пар. Могу бы и взятый костюм найти. Не смогу. О, отдам Вадим. И тут же, как тебе мой план? Ты мне вот пап, я тебе чек. Денежки жгут карман. Но в ответ слышит он меня, спрячь свои деньги, ты плохой. Тебе не обидеть детей, а завтра план здесь не выгоден никакой. Душа не сим-карта. Только из уважения к Новому году. Душа не сим-карта. Пистолет-то.
Мы мир спасать. Игрушечные ребята. Они ржать. Ура! Да ну что там? Ну что, самое время закрепить материал, тем более, что такого Нового года у нас еще не было. Ну, во всяком случае, у меня. Итак, 21.50. С территории нефтебазы в Солнечногорске выйдет бензовоз. Я помню. Всю тяжесть этого задания взяла на себя наша Олечка. Уж я-то с ним разберусь. Только так, теперь Виталий Баринов. В беседе со следователем его жена рассказала, что они с мужем поругались. И в пол 11 он вышел из дома. Она думала, что он проветрится и вернется, а он рванул в Москву. Ребята, Баринов не должен доехать до Москвы. Да забудь ты о нем. Все будет нормально. И, наконец, автобус номер 20. Из парка он выйдет в 23.15. Где его будет ждать наша группа. Ай, да для автобуса у нас имеется улетная защита. Я буду у места аварии. И помните, в 23.45 по какой-то нелепой случайности автобус, бензовоз и пьяный водитель должны столкнуться. Нам надо их остановить. Ну все, давайте, по местам. Поехали. Стоп, а кто за шампанское отвечает? Да чтоб победу отметить. Так Машу попросим. Машу? Да, Машу. У меня маникюр, ноги на шпильках. Ну как можно с такими ногами пойти по магазинам, а? Удачи! Всем быть на связи! С ананасами. Ты что, работаешь, что ли? В смысле? А, нет, что вы. Я девушка приличная. Я это потерялась. А мне был город. Меня бабушка ждет. Ага. И везешь ты ей пирожок и горшочек маслица. Ага. Сливочная. Она его с бутербродами обожает. Ладно, садись давай. Лифт-то-дрифт, пацаны, надо было. Ни ума, ни обуви. Чего у тебя такое? Чего? Замерзли. Дверь закрой. Спасибо. Значит так, сначала дыряем колеса. Ага. Если это не помогает, бьем в репу. Ну да. Тебе Новый год. Во, блин. А жена сказала, он выйдет позже. Спокойно. Эй, милейший, а вы знаете, к чему приводит управление автомобилем в нетрезвом виде? Молодец. Надо же, Новый год – самый светлый праздник. А люди такие агрессивные. Ага. Ой, да вы его подвезете? Тут недалеко, всего 100 километров. Ты что, так все, что ли? До центра подброшу? Нет, вам в центр нельзя. Сегодня авария будет. Честно-честно. У меня такие же. Ага. Ну, только заводские. Ну, ты знаешь, мы тоже не дилетанты.
Такие до самого обуда достанут. Серьезно? Людька. Дедушка. Да, он, тварь. Be happy? Слушай. Я поражаюсь твоей выдержке. Спокойный, уверенный, умный. Ну. Вот теперь паникуй. Новогодний, а? Не хватало из-за тебя в тюрьме праздник встретить! Черт бы вас всех подрал! Каждый Новый год одно и то же! Переходим. Запасной вариант. Ага, я бы лучше сказала к надежному. Ничего. Не таким догоняем. Умоляю, дорогой, не подскажешь, где кафе Чадра? Никто не знает, а меня Нино ждет. А, может, Чарка? О, точно. А это вон, через дорогу и направо. О, спасибо, дорогой. Нино, я уже бегу. Сволочь, а? Держи, пока наши не поставят заграждение. Ага.
Луси, вы совсем обнаглели, а? Я не лось! Я белочка! Ой, люди добрые! Глядите, он белочка! Да хоть скунс! Уйди с проезжей части! Не уйдем, пока не споем! Эх, устолоплен! Ледяной блеск скрипучий! На шершавой стеной тьма колючка! Отобьется на руку! Ну чё стоим-то, поехали! У меня стол остывает. Разогрей. А может, здесь вместе? Ага, сейчас. А я что потом, целый год на трамвае жить буду? Я это в эту за порог-то. Мало не покажется. Мужчина, идите сюда. Идите, пожалуйста. Вот они, голубочки. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что? Споем? Дверь скрипучая. Так. Серый, сиреневый туман. А может быть, что-нибудь новогоднее? Да сейчас. Ну что, споем? Жене будешь дома репертуар заказывать. Я это, не женат. Молодой человек, это автобус, а не программа по заявкам. Я сказала, сиреневый туман. Заворачивай! Заворачивай! Привет! А что случилось-то? Что случилось? Что случилось? Праздник у них! Веселятся! Ты надолго? Да на всю ночь! Дома не сидеть. Отбай! Придется и раунд давать. Ну, кругаля по-нашему. Не торопишься? Кругаля это год. Люблю подольше поездить. Возьмите. Это вам. Это. Спасибо. Повторяю еще раз. Откатываем технику. Откатываем. Командир, мне бригадир сказал, если я здесь все до утра не заасфальтирую, то мне кирдык. У нас разрешение есть, все нормально. Да я плевал на твое разрешение. Алло, Рид, ну что там у вас? Дорогу перегородили. Теперь командир, держим оборону и ждем автобус. Работа небольшая. Что за дела? Чего мешаете людям праздник справлять, а? На меня не слушаются. Так быстро сбежали. Вы нам оборудование поцарапаете. Мы сейчас не только поцарапаем. Не, мы так не договаривались. Что делать-то, алло? Ты что бы что бросил на пол? Так открыли дорогу. Охамели, молодежь. Еще экстренный план. Зачем стоять? Автобус едет в Тель-Авив, я сказал! Вы что, с ума сошли, что ли? Я не могу в Тель-Авив, у меня стол остывает. А может, лучше в Лондон? Мужчина, какой Лондон? Соображать, что вы говорите? Не, вы что, мне надо к маме. Ну вот же! Стоять, я сказал! Стоять! Тихо! Ёшкина мышь! Стоять! Зима в избушке, она снежки солила, березовой катушке, она сучила. Мамочка моя, это же я вышла! Зачем ты сюда поехал? Там перекрыто было, а другой дороги нет. Я же просила! Ну я тут при чем? У людей Новый год. Что теперь делать? И какой это Новый год?
Ни зимы, ни черта. Стой! Ну! Что ж такое-то, ну? Значит так, вот Качило, кукаем водителя и тормозим автобус, ясно? Ну! Тормози! Стой! Стой! Ну что, зверьё? Нам... Вам куда? В Кремль. Подбросите. Детишки с утра ждут. Очень надо. Очень. Ладно, садись. А вот что его этот Кремль, ёлки? Поедем хороших людей поздравим. Да выпьем, наконец, а? Да нет, мы на корпоративах задорого выступаем. За сколько? 600. А? Да вас верили. Рублей. А, это нормально. Вайхан. Правильно, лось, сыграй. Вот это. А потом, Андрей, по широкой дороге. Они все едут сюда. И в автобусе Андрей. А потом поритмичней. Thank you.
Андрей! Ну, похоже на то. Как увидел, что он у меня несется, у меня штуки подкосили. Упало прямо надо мной. Вот свезло ты. Свезло. По полной. Ты что же делаешь? Ты меня на площади должен ждать. Блин, меня же Машек убью. Андрюх, дай позвонить святой свой телефон об голову. Я пьяный, я не пойму. Я маленький, да? Ты меня не заметил. Думал купить, да не доехал. Да, все, стой здесь. Да, Ритка, все хорошо, все получилось. Сказать спасибо. За что? Если бы мне не крикнули, я бы у него сейчас на радиаторе болтался, как свадебная кукла. Спасибо. Не за что. Зачем вы вышли? Ну это надолго. Ну идите в автобус. Ну Алло. Машуль, ты где? Алло. Нет, Вадик, ну это вы все где? Ну я здесь одна на Красной площади. У меня 10 бутылок шампанского, я, между прочим, на шпильках. У меня что, уже 10 достали? Родная ты моя. Если бы ты знала, как я тебя люблю. Ты слышишь? Я люблю тебя. Я хочу быть отцом твоих детей! Слышишь? Вадик, мне так никто никогда не говорил. Я опаздываю. Вика? Привет. А что ты тут делаешь? А я ехала к друзьям, смотрю, какая-то ужасная авария. Ну, может быть, помощь моя нужна? Аварии не было, все живы. Кажется, быстро мы все равно отсюда не выберемся. Значит, о сложившейся традиции Новый год встретим вместе? Я не против. Я тоже. Я даже прям не знаю, как вас отблагодарить. О, можно я вам подарю вот это? Ух ты! Спасибо. А это тебе? Калейдоскоп. С Новым годом? Тут у меня такое ощущение, что мы уже где-то встречались. Меня, кстати, Андрей зовут. Алена. Я вот однажды в эту же вещь потерял в пионерском лагере. Работаете? Но мне очень-очень-очень надо. Почему я не работаю? Я работаю. Я жду именно вас. У меня для вас отличное предложение. Телефон и к нему в подарок тариф вашей мечты. Все и замрет.
сердце бьет. В наших глазах полночь по комнатам кружится. И если прочесть время назад, стены с обидами рушатся. Пусть старый год помнит о нас самое лучшее, главное. Все утечет, новый отчет здесь и сейчас. Счастье полный дом, беды на потом. Если чудо ждем, даже в непогоду, за руки держась вниз по этажам, хочется бежать вслед за Новым годом. Счастье полный дом, беды на потом. И если чудо ждем, даже в непогоду, за руки держать вниз по этажам, хочется бежать вслед за Новым годом. Счастье полный дом, беды на потом. И если чудо ждем, даже в непогоду, за руки держать вниз по этажам, хочется бежать вслед за Новым годом.